Разбойное нападение в Кызыле. Утром 17 января в дежурную часть Кызыла с заявлением о разбойном нападении обратился 58-летний мужчина, охранник одной из автостоянок города. Заявитель сообщил, что в помещение ворвались неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из сейфа деньги в сумме около 80 тысяч рублей, его сотовый телефон, а также рога морала, общая сумма которых составляет около 130 тысяч рублей. Злоумышленники намеренно сломали камеры видеонаблюдения и стационарный телефон. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по городу Кызылу, подозреваемые в совершении преступления, четверо мужчин в возрасте от 1 года до 24 лет задержаны. Следователям по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигуранты уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.